осторожненько. Что у вас тут за бардак, а? Ты по встречке опять ехал, да? Ну да. Ну да. А мы, наверное, как раз сейчас в эту зону и пойдем. Это тебе помощь нужна? Че стряслось? Это же вы, народ, любите портить жизнь Альбиону. Не верится, что кто-то еще. Думал, я один, пытаюсь что-то сделать. Да и то лишь разговорами. Но вы действуете. Ну а как иначе, слышь? Не успеешь оглянуться, как эти чмыри станут толще и злее. Так что там у тебя? Я достал данные обо всех операциях Альбиона в городе. Из-за них меня чуть не убили. Тут все, пути снабжения, цели наблюдения, объекты. Думаю, вам это пригодится. Да сто пудов. Вот пример. Альбион закрыл Кингс Кросс для гражданского пользования, верно? Но никто не знает, что это их центральный узел снабжения. Через него в город переправляют новых бойцов и значительную часть ресурсов. Хотите, чтобы люди воспрянули духом? Вот вам цель. Уничтожьте этот объект и нанесете серьезный удар по всей деятельности Альбиона в Камдене. Это будет хаос. Займемся делом, йоу. 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 Читала, кстати, что в оригинале, то есть оригинальная версия, все персонажи озвучены персонально. То есть там все свои, все разные голоса. Угу. То есть была набрана куча народу. То есть человек, который вот писал об этом, рецензию делал, говорит, мне не попался ни один повторяющийся голос. Угу. Как вот у нас, не очень понятно будет. Скорее всего... У нас, скорее всего, бюджет был гораздо ниже, да, конечно, да, на это дело. Ты кто? А, денежку скачал. Целых 185 етова. Етова, да. Етова самого. Вон они лежат. Как мне туда попасть? Вон наверху. Нет, штаны им надо определенно поменять. Шапка тебя устраивает, да? Да. Вот где у меня пол. А, вон. Шапка нормально. Получает меньше урона. О, какой крутой. Интересно, капитанов всяких вот можно перевербовать? Думаю, да. Ну, представляешь, да, ему там как-нибудь, я не знаю, насолили, обидели, там, не додали чего-нибудь. Он такой на них обиделся и перевербовался. Маску взял какую-то. Коробка. А ручки вот они. Может, там дверь автоматически открывается при приближении. О, о, смотри, идут проверять. Чего там? Угу. Это из-за того, что я блокировку снял, а не сразу. Тебя засекли. На морду ему! Нет? Только из-за навиза. Нет, тоже только из-за навиза. Здесь никого нет. Здесь никого нет, говорит. Офигеть. Вот я сейчас могу вот так сделать. А нет, не могу. Как отключиться-то? Найди цель и поживее. А что? Он к тебе вернулся все-таки или нет? Что за ключ? Я не знаю. Очки-то мне вернули. Ну, в смысле, технологии дали. 10.
Ну, вроде дали, потому что я же потратил на апгрейд. По карте вроде забрались. Уходим. А попробуй паука выпустить. Тут он у тебя? Да, вот я могу кинуть. Ну, все понятно. Хорошо. А что за ключик? Он, наверное, имеет какие-то коды доступа. Тихо, аккуратно. А то сейчас ударишься коленкой, помрешь. Здесь никого. Иду дальше. Давай посмотрим мини-игру здесь какую-то. Не знаю, что это. Цель скрылась. Свяжитесь с базой. Доставить? А, вот она, это Фокс. Ну да. Это, наверное, надо на скорость. Агенты могут забирать грузы у ящика для посылок и доставлять их к ящику в указанном пункте назначения. Посылки бывают трех видов и отличаются по уровню сложности доставки. Срочные посылки. Время доставки ограничено. Хрупкий груз нуждается в максимально аккуратной доставке, но это не для меня. Контрабанда. Посылка привлекает внимание Альбиона. Рекомендуемые доставки. Значком рекомендуется отмечаются посылки, точка доставки которых находится недалеко от места выполнения. Отслеживаемая задача. О, это прикольно. Удобно. Вот, могу... Работа агентом DedSec отнимает уйму времени, так что брать задание в приложении – неплохой способ заработать. Многие готовы хорошо заплатить за то, чтобы с их посылками обходились аккуратно. Возможно, и тебе что-то перепадет. Ха-ха. Ха-ха. Здесь нет на время, здесь слабая хрупкость. Можно доставить. Забирай коробочку. И рюкзачок еще такой желтый надо. Осторожней, полиция психанет, если увидит этот груз. Да? Там же вроде безопасно было. А куда мне его везти-то? Подожди, я не понял. А, вот, доставить груз. Все, я понял. Всем патрулям. Рядом один или несколько подозреваемых. Ясно. Глядите в оба, народ. Цель убегает. Я не убегаю. Никак нет. Не видим цель. Доставка. Ты типа спрятался, да? Да. Давайте на базу. Искать нет смысла. Технологии надо вот здесь забрать еще. Попробовать. Ух ты, высоко-то как. То есть их можно на карте отмечать, и сразу видно, где они. Не надо даже разведку проводить. Все гораздо проще. Но как туда забраться? Стоп, я ж тут был. Осторожно, может, похоже место просто. Да. Что там происходит? А, там драка была. А я могу за робота к ним подползти и вырубить, пока они вот там этим занимаются? Возможно. Надо будет попробовать. За паука, что ли, надо? Похоже, за паука. Двойным прыжком, да? А у меня есть двойной прыжок, да, теперь? Ты же покупал. Нет, разве не купил? Да. Дольше оправляется от ран. Агент Томас Бейкер помешал ему избить гражданского. А, то есть, если я... У нас Томас Бейкер же сейчас. Я играем там. Да, за него.
И у него дополнительно, то есть из-за того, что я помешал ему избить гражданского, он у меня, значит, в обиден на датсек. Угу. Два дизлайка тебе. Ага. 4. Пауки клевые, да? Угу. Механические. Почему сразу детсек? Ну, потому что так. Вызов бота-паука. Я понял. Это если бы у нас не было личного паука, можно было бы вызвать вот такого. Mm-hmm. Потому что здесь как раз берется чисто за счет паука. Труба зовет. Еще можно, вот отдельное задание у меня висит. Завербуйте этого Гулаб Гупта, который из тюрьмы может вызволять. Очки технологий. Очки технологий обнаружены. Хакер плюс, ценный агент. Награды. F на карте. Угу. Да, двойной прыжок. Какой-то вот крутой очень. Согласен. А, левостороннее движение. Данные об операциях Альбиона — то, что нужно, чтобы навести шороху. Изучим их позже. Ладно. Как нам остановить снабжение через Кингс-Кросс? У Альбиона там гибридный генератор. Выходная мощность наверняка огромна. Устраивайте скачок напряжения и бах! Тебе-то откуда знать? Ты ж говорил, туда простой народ не пускают. Стоило мне новостного дрона. Ладно, трех. Главное, чтобы выгорело, верно? Дин-дин-дин-дин. Добраться к генератору будет непросто. С прошлого раза там усилили охрану. Чем мне делать? Мои новостные дроны еще здесь и должны работать. Можешь воспользоваться одним из них. Думаю, ты управишься с ним лучше меня. А, это дроны, которые отследят, я так понимаю. Создать скачок напряжения в гибридном генераторе — это тебе не сухую лапшу приготовить. Тут не помешала бы спецификация. Окей, надо почекать. Почекать. Йоу, зацени-ка. Ни хрена себе. Сложная штука. На дроне есть приличная камера. Бегли, фотографии тебе хватит? Конечно. Судя по этим данным, для доступа к системе генератора понадобится код разблокировки. Где загрузить? А. Тихо-тихо. Тут нужно, получается, просто зависнуть где-нибудь, чтобы тебя не засекли. А, это ты. Отлично. Воспользуйся кодом разблокировки для генератора, и я смогу вызвать скачок напряжения. Аккуратно. Этого хватит, чтобы обесточить Кингс-Кросс.
Да и железнодорожную систему тоже. Разлетались тут. Вот так. Ой, сейчас будет что-то. Сразу все селфицы такие. В Панкрасе нам удалось добыть кучу инфы. Маршруты Альбиона, информаторы, снаряга. Много чего. Хватит, чтобы зажечь огонь в сердцах лондонцев. Прямо как в Камдене. Помешаем Альбиону и дадим людям причину восстать. Район за районом. И с каждым разом число наших союзников будет расти. Покажем лондонцам, что Дедсек и их друзья. Это было вступление. Второе. Ну ни хрена себе. А я всегда знал, что Альбион гонит на Дедсек. Теперь остальной Камден это узнает. Крутяк! Теперь, когда все у нас на районе поняли, кто такие Дедсек на самом деле, до хрена народу захочет к вам присоединиться. Так-то люди давно уже думают, как дать отпор этим уродам. А кое-кто вообще сконтачится с вами в ближайшее время. Насколько я знаю, там энтузиазма полные штаны. Фак yeah! Угорим целой толпой! Надо персонажа менять. Да, он мне не нравится. Бунт в районе, награды. Поддержка Дедсек. Выполняйте действия в районе, чтобы увеличить поддержку Дедсек. Лондонцы в восставших районах с большей вероятностью хотят вступить в Дедсек. Очки технологий появятся на карте. Ага. Ну, короче, мы эту вышку сделали. Но у него есть плюс. С этим дрон. Пауком. Дрон. Да, а, у него просто дрон, паук у всех? Подожди. У него дрон, а паука это я поставил гаджет. Все понятно. Угу. Ценные рекруты обладают особыми навыками или оружием и могут быть очень полезны для Дедсек, когда район восстанет. Ценный рекрут вступит в вашу команду. Угу. Интересно, а еще есть вот с дронами? Хотя, не наверное, знаю. Они не обязательны. Завербовано. Это я сейчас на нее, что ли, переключусь? Кого я вижу? А, вот так. С тобой Дедсек точно надерет всем жопы. О, да! Я готова бороться с системой. Охрененно! Какой-то у нее голос странный. А, ну да, теперь я за нее играю. Агент. Все, пока. Охренеть! Ты все еще жив? Теперь я должен Сабине десятку. Но есть и плюсы. Благодаря твоим стараниям у нас появился новый источник информации. И что же я вижу? Ага, кое-что интересное в Министерстве гражданских дел. И что же? Служба оперативного реагирования, она же СИРС, она же Гестапо с чаепитиями, получила технологию наблюдения, которая называется ДР-реконструкция. Это последнее слово в области нарушения прав на частную жизнь. И мы можем воспользоваться ей, чтобы найти нулевой день. Команда. Что она у нас умеет-то? Давай смотреть. Ого, у нее каких-то своих тут. Это, то есть это вот мало того, что... Вот у нас вообще какой-то нубас. У него только дрон. Угу. А у нее вирусный взлом. Взлом поражает несколько целей. Разряд бьет врагов током. Кража ключей, неограниченная дальность. Крипто-скиммер при взломе крадет ЕТА. Ну все. Это будет любимый Сашин персонаж, наверное. Йета. Халявные бабусики. Бабусики. Забавно. А что с оружием? С оружием ничего пока. А досье? Дедсек устроил бунт в ее районе. А, и все, да? Связи. Бабушка и журналист. Слила в сеть личные данные лоббиста Блюм. Куплена маска след подсветкой. Пришлось уйти с позиции дегустатора мороженого из-за непереносимости лактозы.
Вот это боль. Покупает продукты оптом, выступает от имени лейбористов Ламберта. Кандидатка на позицию аналитика кибертерроризма в СИРС. Кандидатка. Блин, докторка. Докторка. Кандидатка. А как я могу? А, это он. А чего ты ходишь ты мимо меня такой? Ты про меня не забыл? Ты про меня не забыл? А я такси какое-то там как-то могу вызвать? Нет? Влево, вправо, вперед, назад. Ай, что такое? Нет! Машина заглючила. Ой-ой-ой. Смотрим, что у нас там. Задание. К службе готово. Задание DedSec. Изучите технологии дополненной реальности. На карте. Поехали. Ой, сколько тут технологий. Карту нельзя покрутить, да, вверх-вниз? Я бы очки технологий забрал, но... Да зачем мне? Почему, чатик? Зачем вы мне предлагаете вербовать всех подряд? Ты не слушай чатик, играешь, играй. Я пока не вижу смысла с этим так заморачиваться, с вербовкой. Вербовать нужно тогда, когда нужно вербовать, а не просто вот пошел и завербовал. Вот у нас есть из интересных этот на примете с вербовкой. Вот его и будем вербовать в следующий раз, наверное. Наигрались там, насмотрелись, и теперь пришли советовать. Ну, тут... Это не чатик, да. Ну, частично чатик. Сотрудница СИРС. Мягкий приговор, меньше сидит под арестом. Тоже вот прикольно, но... Но у них мало так всяких навыков. Ну... То есть их брать вот чисто вот ради этих бонусов. Но и они не очень довольны нами. Надо, видимо, по досье смотреть. Может быть, там кому-нибудь из родственников помощь нужна или еще что-нибудь такое. Они тебе будут обязаны. Наверное, так. Наверное. Ну, кстати, нейтральная такая подсказка в чате. Машина с буквой А на лобоухе можно спокойно брать, а не на автопилоте. И в чем прикол? Ну, это не чьи-то машины, ты их не украдешь. Вот о чем речь. А. На я месте. Так понимаю. Теоретически, я могу использовать доступные данные систем наблюдения, чтобы воссоздать события в дополненной реальности. Получи доступ к ретранслятору, и я солью все метаданные по этой области. Далеко. Ближе камеры никакой нет, что ли? Паучком-то я тут, наверное, тоже не пролезу. А, паучком я, наверное, тут могу пропрыгать. Через верх? Да. А могу закинуть вообще вот туда. Ой. Ну вот с этой подставки попробуй. Ну или... Камера тебя не засечет, которая вот справа? Да вроде не должна. Попробую еще. А, нормально. Ну так. Какая прелесть. С паучком как-то все очень вот просто. А теперь проверим возможности технологии дополненной реальности. Сейчас накаркаешь. Будьте непросто. А, теперь мне туда. Что это такое?
А, это вот как раз я мог бы щиты отключить, понятно. Надо вырубить. Засекла! КД какое-то. Вырубай. Ну, в смысле, паука вырубай. Того, кто управляет пауком. Трон, обыщи всю область. Здесь никого. Угу, понятно. Здесь все чисто. А с какой частотой он может вырубать? Я не видел, там где-нибудь написали. Перезарядка, может, какая-то шла? Скорее всего, да. Ну, я имею в виду визуально, может, просто не обратили внимания. Чисто. Продвигаюсь. Надо будет обратить внимание. Почему у нее-то такая же масочка, дурак? Ну, потому что только ты это купила, и все. Сектор чист. Перемещаюсь. Видимо, на них на всех работает это. Включили. Обратно. Угу. Заново придется делать, да? Получается так. Угу. В смысле? Задел. Не понимаю, почему сигналка сработала. Трон, обыщи область. Куда дальше? Прячься, прячься. Отстол куда-нибудь. То есть у самого у него лучше получается запрыгивать. Где же ты прячешься? Ага. Прижмись там куда-нибудь. Тихо, тихо, тихо. Чисто говорят. Где? КД-то отображается. КД? Где ваши? Нет, нет. Может, в менюшке где-нибудь показано? А, ну что ж... Так, это... Фу. Я думала, все, не успеешь. Ой. Все, спалился. Спалился. Надо спрятаться куда-то. Тут некуда прятаться. И еще раз. Контрольный. А что за коробочки вот эти? Это что означает? Почему оно серое? Ну вот эта коробочка на карте. Нейтрализовано, открыто. То есть, типа, я не знаю. Здесь документ какой-то. Хотя я вроде здесь никого не... А, выпало у него что-то там лежит. Видел, светится с той стороны тело. Да нет, это обойма. А, ну да. Осторожненько, там он еще ходит.
Меня сфотали. Разблокируется. Зачем? Так прикольно сделали анимации. Йета стырил. Нифига себе, 1000. 1000 йетова. Вот, теперь я понял. То есть мне там надо найти где-то коробочку эту. Ухо. А ведь я мог бы его завербовать, например, тоже посмотреть. Ну, типа того. А на карте я могу выбирать эти штуки, которые лежат? Могу. А, но не могу их выделить. Что это значит? Понятно. А похакать? Да я рядом стоял. Голову я не смогу вырубить. Просто. Могу отвлечь, могу шокер, но шокер он так не убивает особо. Осторожно, они там прям туда-сюда, туда-сюда. Где этот текстовый файл находится? Вот он. Нет, я не могу. Там паук, наверное. Паук, да. Наверное. Меня просто смущает то, что оно сереньким, как бы не ярко-белым, а сереньким подсвечивается. Mm-hmm. Непонятно, то есть... Ну, типа, будто... может быть, это не обязательно, но если хотите, можете собрать. Mm-hmm. Отдел кадров. Требуются надзиратели. Нас беспокоит большая текучка кадров среди надзирателей и обслуживающего персонала. За последние 6 месяцев личный состав полностью сменился 2. От кандидатов не требуется высокая квалификация, но для трудоустройства в министерство необходимо пройти тщательную проверку. Увольнение также сопровождается бюрократическими сложностями. Мы не сможем найти кандидатов в названные сроки. С уважением, Министерство гражданских дел, отдел кадров. Отдел кадров. Уточнение, надзиратели не увольняют, они уходят сами. Чаще всего те, кто дежурит в комнатах допроса. У сотрудников случаются нервные срывы, так как они морально не готовы к исполнению своих обязанностей. Нам стоит обсудить, какими личностными качествами должны обладать кандидаты. Министерство гражданских дел. Аху. У меня тут кошка перед экраном. Туда-сюда, туда-сюда. Да она меня уже замучила. Есть, говорит, хочу. Что это за женщина в розовом? Переводчица. Неторопливость, не прячется и не бегает. Лучший пациент быстрее оправляется от ран. Оглушение врагов. Ударная волна. Черный пояс по карате. Класс. Нужна тебе такая старушка? Нужна. Возможно. Не знаю. А как мне найти-то вот эту коробочку? Где она, то есть, может быть? Здесь, на карнизе, что ли? Внизу, наверное, скорее.
Вот здесь вот был лючок где-то, да, в который я залез и меня вырубило. А ты бабку потом не найдешь же уже. Да ладно. Я не понимаю, где она находится. А, вот здесь, наверное. Как открыть? Тут есть как бы вот комната. Наверное, мне вот надо все-таки пробраться через ту штуку, где я там лазил. Потому что она как раз туда куда-то вела примерно. Интересно, а долго они вот так лежат? Интересно. Но... Через какое время они очнутся? Как мне обезвредить ловушку вот эту? В смысле пройти, как пока не активно. Она бывает неактивна, она же... Ну вот я не очень понимаю. Смотри, время, когда она загорается. А, слушай, да. Все-таки да. Я просто думала, что она то есть всегда активна. И так мигает просто. Ну да. О, что это? Хирургическая пила 17 века. Очень важная штука. Угу. Ты такой наглый. Он дальше пошел. Сюда! Господи, тело увидел. Боже мой! Нет? Ой, он потенциально рекрут был. Ненавидит досек. Ну, супер. Че? Ранен. Сейчас, подожди. Ненавидит досек. Обвинялся в том, что не помешал Дедсек освободить заключенного. Вот оно в чем было. А что у него там такого хорошего? Да ничего хорошего так-то. Капитан. Разве что вот. Вот так вот, один раз по морде дал, и уже тебя ненавидит. Ну да. А если это на благо вот всего и вся? Подумаешь? CTOS AR. Data reconstruction in progress. Это круто. Типа как призывать призраки горожан. Конечно. Нам нужна эта крутая штуковина, чтобы узнать все про нулевой день. Черт, я не могу склонировать этот софт на наши сервера. Получи доступ к сети, узнаем, откуда можно его подрезать. Я думал, надо синеньких взламывать. Это прям как в это... В Дивижене было. Прикольно так. Обнаружил хаб CTOS. А, осматриваться можно. Ага. Сирс внедрила этот алгоритм в своей штаб-квартире, и мне удалось найти мануал, как настроить систему. А теперь руки в ноги. Мы не сможем украсть их игрушку, если тебя отправят в концлагерь. Все, можно уходить. То есть они на меня все обижаются, когда я их вырубаю. Угу. Ну, я бы тоже обиделась.
Это что получается, можно весь город на себя обидеть? Бегли, как нам заполучить эту технологию дополненной реальности? Программа находится на сервере на крыше штаб-квартиры Сирс. Тебе надо украсть его и отвезти в пару-тройку густонаселенных мест, чтобы я откалибровал его и создал нашу версию программы. Тебя послушать, так унести сервер с крыши – вообще плевое дело! Нам нужен кто-то с доступом к грузовому или строительному дрону, который заберет сервер. Я бы сказала, это идеальная возможность завербовать в дедсек тягача. Эй, Бегли, где мне искать этого тягача? Так, давай поднапряжем наши серые клеточки. У кого же в Лондоне может быть доступ к строительному дрону? Может быть, у строителя? О, да, гениальное наблюдение, Бэкс. Ну вот видишь, не так уж это было и сложно. Неподалеку как раз Саша есть стройка, и я смелюсь предположить, что там ты найдешь строителя, которого можно завербовать. Вот координаты. Да он какой-то резкий просто. Я не ожидал, что он так назад стартанет. Подождите. Во-первых, там еще, наверное, нужно будет строителей всех посмотреть. Ну не всех, но какое-то количество. Угу. Чтобы выбрать получше. Ну, это было бы правильно. А все равно можно завербовать вот такого, который ненавидит. Нет, нельзя. А удалить его отсюда как? Вот и я думаю, а как удалить? А, отменить вербовку. А давай оставим, пока посмотрим, как оно сработает. Может, со временем забудет? Да, конечно. Постит там. Очко технологий. Написали бы очки технологий. Меня как-то смущает это. Очко технологий. Ничего ты в технологиях не понимаешь. Ну да.